Старт из кустов. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Демонстрирую вам старт вертолета из кустов. Вертолет двухместный по схеме тандем. То есть пассажир сидел бы над пилотом или под пилотом. В общем, вместе сидели бы на коленках практически. Ну, вот с девушкой летать так вполне себе комфортно. Ну, с мальчиком не знаю. О! Зажужжал! Пилот ответственный. Проверяет все механизмы, муфты и так далее. Хоть на вертолет, на этот не нужно техосмотра ежегодного. То есть это штуку регистрируешь один раз и на всю жизнь. И дальше сам обслуживаешь как хочешь. Ну, понятно, что некоторые обслуживают ответственно, некоторые безответственно. А Терри обслуживает ответственно. Лицензия простейшая, не нужна. Медицина как на водительские права. Воздушный мопед. Взлет из кустов. Только для вас. Эх! Там вы видите справа контейнер, как раз в нем вертолет и живет. Мастерство, хотя, конечно, маньячество, я бы так сказал. Вот некоторые Ми-8 цепляют хвостом что-нибудь, потом бак-бабах, но Терри не таков. Ведь он сейчас какие-то еще тесты поделает, скорее всего. Видите, что-то так решил повисеть, всяко, потом как дунет. О! Пошел на Терри хулиганить на фоне пик-дебюра. О, вот он пошел. Эх. На самом деле, конечно, на этой штуке очень приятно должно быть летать. Потрясающий обзор. Отличная маневренность. И шикарная энерговооруженность. Потому что здесь стоит увеличенный роток с 914-й. Доработанный с мощностью, по-моему, 135 лошадиных сил, что ли, или 124, не помню. Вот как раз там за сарайчиком он сейчас будет резвиться. Вернулся, на фоне как раз нашего города летит. Да, неплохо, кстати, снимать телефон с увеличением. И не страшно, подальше от него держишься, совсем не страшно. О, решил, приземлился, и сейчас будет свою девушку катать. Вот, вот в этой машине Терри живет, он, как я уже говорил, продал квартиру, чтобы купить вертолет, яхту, планер. Он живет на яхте, летает на вертолете и на планере. Катать, конечно, удобнее на следующей модификации этого вертолета. Она называется Runabout, а это компресс. Кусочки с Runabout я вам вставлю в это видео. А сейчас давайте вместе пожелаем Терри хорошего полета. Спасибо ему за такие интересные взлеты из кустов. Ну, кстати, я сейчас покажу вам, как они будут взлетать. Успел. Вот как выглядит посадка друг за дружкой. Ну да, с девушкой всегда приятнее так сидеть. Представляете? Я бы так на вертолете таком бы
не прочь полетать в таком варианте посадки. Особенно если девушка с большими глазами. Так, отходим. Немножечко повисит. Проверить, что все в порядке. И как дует сейчас. Не дунул, просто потихонечку полетел. Видимо, где выше летает менее рискованно. А, или просто, может быть, отходит, чтобы я его не снимал. Видно, что ворчит. Что ж ты меня все время снимаешь, палишь? Не даешь мне нормально полетать. Чито, грито, чито, маргарита. Посмотрите, друзья, какая у нас полоса взлетно-посадочная кривая. Как-то кто-то у нас, у меня спрашивал: Волков, вы что, не можете потратить кучу денег и сделать эту полосу ровной? Ну, может и можем, а зачем? Летаем же и так. Не таков наш герой Терри, чтобы так просто улететь. О! Вот он в двухместном варианте на фоне Лоботима-Тильон. Городка, в котором я живу. Гора Уль на его фоне. А это знаменитый пик Дебюр, на котором вы видели кучу видео. Авторемонтная мастерская, где ремонтируют Ламборджини и Феррари. И наш кривой аэродром. И, конечно, без, на полосу без слез не взглянешь. Небесный мопед дает невиданную свободу. На самом деле, мне кажется, как раз на вертолете очень весело летать вот так у самой земли. Прижимаясь друг к дружке. Мы тоже пошли летать, сколько ж можно. Друзья, никогда не взлетайте так из кустов. Это, конечно, хулиганство. Мне было даже немножечко страшно. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.